Здравствуйте. На календаре 30 ноября 2016 года, среда. По Москве 18:37. Записываю данное видео из подмосковных лесов, точнее, из-под истринских. В данном видео хочу сделать обращение к моему давнему другу Олегу Русакову. Надеюсь, он узнает себя, посмотрит это видео. Надеюсь, ты уже его смотришь и отзовется. Дело в том, что, будучи в школе, мы учились вместе. Вот, потом в 2005 году наши пути разошлись. Я пошел на службу в армию. Он попал в Карелию, где заключил контракт в пограничных войсках. Все это дело серьезное, в федеральном масштабе, как бы федерально это все. А засекреченный парень такой стал, до него прям не дозвониться, не дописаться, телефоном там не разрешают брать, чтобы гостайну не рассказали. Вот. Ну, как-то раз все-таки я созванивался с ним, я, конечно, просил его там выходить на связь, но он неумолим, иначе, говорит, мне придется менять службу. И все такое. Про Карелов все рассказывал, такие, говорит, маленькие, низкорослые. Про спортзал рассказывал, там их не вообще, говорит, там штанги больше 35 килограмм, говорит, нет, они вообще не оселяют. Все мелкие, как гномы. Я среди них вообще, говорит, как дядя Степа. Вот. Ну, предлагал я ему, говорю, короче, приезжай, говорю, может, в Саранск, там, в таможню устроишься, что? Погранцы, таможники, я думаю, вполне возьмут, хоть почаще будем видеться. Ты, ну, уехал туда, не знаю, приезжай только под Новый год, и то Новый год делится напополам, либо первую половину праздников, либо вторую, там, дежурство, всякие наряды, патрулирование, не знаю, чем там, спортом всяким занимаются, физкультурой, физрой. Вот. В общем, что я могу еще сказать? Парень по-прежнему холостой. Карелку себе он не хочет. Слишком, говорит, маленькие, какие-то неприветливые. Русскую хочет. Познакомиться, говорит, там сложно. Потому что, понятное дело, там до ближайшей цивилизации там 150 километров нужно бежать с кастрюлей, половником стучать в эту кастрюлю, чтобы кто-нибудь отозвался чаю попить. Так вот. Так, что еще хотел сказать? Видео снимаю экспромтом, просто мысли иногда теряются. Что-то все выскочило из головы, что хотел рассказать. Ну, в общем, Олег, если ты узнал себя, про кого я все это имею в виду, то, в общем, приезжай в гости. Я тебе всегда рад. Увидимся. Чайку попьем, шашлычки, чего там, на природу. Ну все, жду от тебя ответа. Надеюсь, ты меня услышал, посмотрел, может быть, даже удивился. Ну ладненько. Тебе конкретно свидание. Благодарю за просмотр.